Вот ведь какая ситуация. Но любит человек телевидение. К слову о том, что вы также должны любить телевидение. Я ему показал, и все. Тут одна маленькая штучка есть в аренду взять. Все остальное уже сдано, представляете? Вот так люди и работают. То есть, когда вы должны понимать, что вам необходима раскрутка, то куда лучше обращаться? Конечно, телевидение, я вас раскручу. Но, к слову о том, что я уже 26-й год на телевидении работаю. Да? В 26 лет я имею возможность делать небольшие подарки. В данном случае подарок был абсолютно бесплатен. Если у вас это дело получится, также 10 лет работать со мной, то, может быть, это будет хорошо. Но пока у вас нету этих денег, а вы должны понять, кто работает с вами, я вам говорю, что идеальный вариант тот, у кого срок общения с телевизорами побольше. То есть обращайтесь ко мне, я вам раскручу все подряд. Trust me. А вообще-то надо слушать. Мой бизнес, как и ваш, имеет такие же сроки деятельности. В некоторых случаях мой бизнес переплевывает ваш. Потому как мой бизнес работал с возраста 14 лет. То есть я в бизнесе не 26 лет, как на телевидении, а на период 2020-го 33 года. То бишь, вы фарцевали на левом берегу, а я покупал модели и продавал их в Арджо. Там я первый и устроил клуб стендового моделизма. И не говорите, что я на себя майку лидера цепляю. Так оно и было. И вот тогда я к вам обращаюсь. Я включаю свой опыт. А он больше вашего однозначно. Не тупите, думайте про ваших клиентов. Аренда не должна ушибать их. И тогда все получится. Как это сделано здесь, в Водомере. Так вот, что в итоге произошло, да? В итоге произошло следующее. Человек, естественно, работал. Построил себе здание. Теперь это здание, естественно, куда? Ну, в аренду, естественно, у него немножко. Центр Водомер. Водомер вам представляет отличные счетчики. И трубопроводы для дома, естественно. Но построил здание. Построил здание, во-первых, и для себя, и для вас, естественно. Как он с вами поделился? Поделился очень просто. Здесь в свое время была другая контора, которая почему-то затем съехала. Но это их не проблемы. Ну и, естественно, раз мы друзья, он обратился ко мне. Я это сделал ему. И все, у человека стало все вообще красиво, круто и замечательно. Хотите, чтобы это было у вас? Никаких проблем. Приходите ко мне. Ценники абсолютно небольшие, и они только для вас. К слову о цене. Да, она действительно выше, чем у всех. К слову о качестве. И она тоже выше, чем у всех. Потому что это есть опыт работы. 26-й год. Я уже на телевидении работаю, коли как-то.